Всем привет, друзья! Хотел бы рассказать о текущей ситуации в Мексике на границе с США. Есть два варианта, как вы знаете. Первый вариант — это Тихуана, но, к сожалению, она не работает уже 2 дня. Въехать можно из Мехико-Сити до Мехикали, и в Мехикали очередь примерно 8-10 часов. Как добраться до Мехикали? Есть также два варианта. Первый вариант — прилететь из Мехико-Сити в Тихуану, и из Тихуана на автобусе 6 часов вы доедете до Мехикали. Второй вариант — из Мехико-Сити до Мехикали. Лететь примерно одинаково, но цена на билет до Тихуаны будет процентов на 20 стоить дешевле, чем до Мехикали. Итак, друзья, есть 4 авиакомпании, которые можно использовать для поездки из Мехико-Сити в Тихуану или в Мехикали. Сейчас мы спустимся вниз, и я вам дам полностью весь расклад по ценам и по наиболее используемым вариантам для ребят, которые приезжают по пути в Мексику. Итак, друзья, авиакомпания Interjet. Рейс из Мехико-Сити или в Мехикали, или в Тихуану. Это будет самый дорогой билет, но у вас будет возможность взять с собой много багажа. Второй вариант — это Interjet. Чуть-чуть полояльнее, цена пониже, но багажа ограниченное количество, там, по-моему, 10 килограмм. А совсем дешевый — это Volaris. Это очень дешево, вообще без багажа, это типа нашей Победы. Вот. Но за багаж придется доплачивать, и за место в самолете также придется доплачивать. Если вы доплатите, то у вас выйдет цена, в принципе, такая же, как и на Interjet. Вот. И Viva. Viva тоже средний такой ценовой диапазон. В общем, любые билеты можно купить. Вот. И лететь только не в Тихуану, а в Мехикали, потому что там очень много людей. Друзья, всем удачи в эмиграции. До свидания.